«Век губернии. Век ивановской науки». В июне 1918 года была образована Иваново-Вознесенская губерния, а уже в августе создан первый технический вуз в советской стране – Политехнический институт. Базой для него стал Рижский политех, который в годы Первой мировой пришлось эвакуировать из Латвии. Однако промышленный Иваново-Вознесенск нуждался не только в инженерах, но и в педагогах для школ, гимназий и реальных училищ. Решением этой проблемы занялся педагогический институт. Как самостоятельное учебное заведение, Иваново-Вознесенский политех просуществовал до 1930 года, заложив начало 4 отраслевых вузов – текстильного, сельскохозяйственного, химико-технологического и энергетического. Тогда же был учрежден медицинский институт. Сегодня, пожалуй, невозможно представить, каким был бы наш город без вузов. Ведь в далеком 1918 году на базу Рижского политеха претендовали сразу несколько городов, среди них Нижний Новгород и Тамбов. Но, к счастью, преимущество оказалось на стороне Иваново-Вознесенска. Главную роль в этом сыграл Михаил Васильевич Фрунзе, исполнявший обязанности председателя Иваново-Вознесенского губисполкома. Фрунзе сумел склонить чашу весов именно в сторону Иваново-Вознесенска. За счет чего? В Москве 18-го года было очень голодно и очень холодно, и поэтому, может быть, одно из решающих обстоятельств состояло в том, что власть в лице Фрунзе твердо обещала, что в Иваново-Вознесенске будут созданы все необходимые условия и для преподавателей, и для студентов. 6 факультетов Иваново-Вознесенского политехнического института разместили в разрозненных помещениях, оборудованных под учебные аудитории. Вместе с тем, в начале 30-х годов началось строительство целого комплекса зданий. Корпус на Шереметьевском проспекте, который задумывался как главный, построили уже много позже, в 1937 году. До наших дней сохранилась подлинная мебель Рижского политеха, которой уже более века. Это два стула и огромный письменный стол. Украшает музей большое зеркало в деревянной резной раме. Многочисленные фотографии, оригиналы и копии документов, а также вещи из учебных аудиторий, хранящиеся здесь, позволяют ощутить атмосферу того времени. Вот эти часы дореволюционные, более того, они французские. Эти часы висели где-то в лабораториях и дошли до нашего времени. Или вот, например, письменный прибор, настольная лампа. Такие же вещи могли быть вполне на столе, скажем, у Михаила Васильевича Фрунзе, который в 1918 году, в сущности, обеспечил создание Иваново-Вознесенской губернии и буквально через несколько месяцев открытие в Иваново-Вознесенской политехнического института. Кстати, ему тогда было всего 33 года. Специально к столетию с момента создания Иваново-Вознесенского политеха в музее подготовили новую экспозицию под названием «Лучшие родом из ИФПИ». Она охватывает 1918-1930 годы. Именно в этот период были студентами, а затем стали выдающимися деятелями в самых разных отраслях многие выпускники вуза. Это и крупнейший ученый-химик, академик Академии наук СССР Сыркин Яков Кивович и создатель Ивановской школы колористов, химиков-колористов Марганов Павел Васильевич и талантливейший инженер-конструктор Лопатин Борис Владимирович, который создал уникальные совершенно произведения, вошедшие во многие учебники по архитектуре. Так, например, он спроектировал деревянный купол, огромный деревянный купол Ивановского цирка, которого мы сегодня уже не увидим, потому что он был взорван в 1975 году. Но зато мы каждый день ходим с вами вот по этому замечательному мосту через Овоть, который объединяет изящный мост с теплотрассой. Особое место в музее занимает экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. В центре зала – инсталляция. Основной акцент – на каске со сквозным отверстием. Ее нашли студенты во время поисковых работ. Более 60 педагогов ушли на фронт. Вернулись не все. В лучах этой звезды отражены моменты войны, связанные с сотрудниками вуза. В музее есть не только фотографии, но и атрибуты фронтового быта. Ну, патефон, там, баян и прочие вещи, фляжка, конечно. Вот однажды мы для наших студентов сделали такое занятие под названием «Посылка на фронт».
И объяснили им, рассказали, что, собственно, посылали на фронт. И вот студенты под впечатлением от этого занятия сделали некоторые вещи, которые мы здесь экспонируем. Вот одна студентка шила кисет. Они слова такого не знали. Вот особенно интересный вот этот предмет. Значит, ну, далеко не каждый студент знал, почему именно всего два пальца в этой варежке. Но потом мы им объяснили, почему это сделано. И одна из студенток, честно говоря, не знаю, сама или, может быть, ее мама-бабушка, связала нам вот такую вот рукавичку. После Великой Отечественной в регионе нужно было восстанавливать промышленность. ВУЗ внес свой посильный вклад в это непростое дело. В память о героической работе был открыт музей строительной славы. Тематическая экспозиция повествует о широкомасштабном строительстве в Иванове в 50-80-х годах прошлого века. После войны Иваново стали называть город невест, потому что в основном функционировали текстильные предприятия. И вот эту демографическую диспропорцию нужно было каким-то образом ликвидировать. И вот тогда правительство страны принимает постановление строить в Иванове промышленные предприятия. Так на карте города появляются заводы тяжелого станкостроения, чесальных машин, завод испытательных приборов, завод автокранов. Позволили как крупные промышленные предприятия, так и целые микрорайоны. Именно в это время работали ветераны-строители Модест Добрынин, Вячеслав Брагин, Венер Зайцев. Экспозиция была открыта 27 ноября 2012 года. И вот с этого времени наш музей функционирует, музей строительной славы. И одновременно это является учебной аудиторией, в которой студенты встречаются с ветеранами, в которых проходят уроки введения в профессию, в которой вручают выпускникам дипломы о получении строительного образования. На сегодняшний день Ивановский политех – единственный вуз в области, который готовит специалистов по строительству, проектированию и эксплуатации зданий, оценке и управлению объектов недвижимости. Но, как ни удивительно, при всем этом профессиональных строителей в области стали готовить относительно недавно. Один из факультетов Иваново-Вознесенского политехнического института был строительным, но именно ему, по иронии судьбы, повезло меньше всего. В 1925 году факультет был закрыт совершенно по непонятным для нас сейчас причинам. В то время как Москва и Иваново строились наново, как говорил Маяковский, специалисты-строители в Иваново-Вознесенске оказались не нужны. Это было странно. И вот с этой проблемой приходилось бороться все годы советской власти. Только в 1981 году был открыт Ивановский инженерно-строительный институт, самый молодой вуз в регионе. В 2013 году он вошел в состав политеха вместе с текстильной академией. Музеи политеха не пустуют, приходят сюда иностранные студенты. Они изучают историю и вуза, и нашей страны. В политехе накоплен богатый опыт подготовки специалистов для зарубежных стран. Первыми студентами после Второй мировой войны в далеком 1948 году стали руководители текстильных предприятий Китая и Румынии. За многие годы здесь подготовили более 500 специалистов из 32 стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии. Я с детства мечтал учиться на товароведении. Мне нравится учиться в политехническом университете. Тут много хороших преподавателей и хорошее образование, замечательные друзья. Я когда поступал сюда, приобрел себе новых друзей. Тут классно. Обратная связь за границей тоже есть. Среди стран-партнеров государства СНГ – Узбекистан, Беларусь, Казахстан. И в ГПУ единственный из российских вузов является членом Европейской ассоциации текстильных университетов. Это открывает возможность по обучению специалистов текстильного профиля в 28 странах. Один из примеров – выпускница Юлия Зверева. Когда-то она поехала во Францию на стажировку. Теперь и живет, и работает в этой стране. Юлия – конструктор одежды в компании «Декатлон», которая производит форму для 150 видов спорта. В качестве консультантов Юлии выступают всемирно известные спортсмены. Наша подготовка, можно сказать, рядом не стоит с французской. Уже то, что там за год выпускают конструктора, а у нас для этого в нас вкладывают 5 лет учебы, говорит о том, что
у наших конструкторов широкий взгляд, мы легко адаптируемся, меняем одну технологию на другую. Интересно, что диссертация Юлии Зверевой посвящена использованию бодисканера для получения информации о мужских фигурах. Она первая в ВУЗе начала изучать применение цифровых технологий для проектирования одежды. Правда, тогда уникальное оборудование было только во Франции, а теперь есть в ВУЗе. Весь процесс занимает менее 10 секунд. За это время сканер успевает обработать свыше 1 000 000 точек. Вся информация выводится на компьютер. Так можно определить более 250 размерных признаков. Это позволяет более точно спроектировать одежду. Кроме того, бодисканер удобен для особенных людей, которым нередко присуща симметричность фигуры. Василий Стешенко работает над программным обеспечением для администраторов интернет-магазина с функцией виртуального ателье. Ведь далеко не всегда можно визуализировать образ фигуры в предлагаемой одежде. Когда человек заказывает одежду в интернет-магазине, не всегда эта одежда соразмерна с фигурой человека. В данном магазине я хотел сделать так, чтобы одежда проверялась на соразмерность с фигурой человека. И если эта одежда не подходит, то будет функция изменить данную одежду именно под фигуру человека. Для этого человек, пользователь, клиент интернет-магазина, должен будет отослать 2 фотографии в интернет-магазин и указать свой рост. Приобрести бодисканер удалось благодаря гранту на выполнение госзадания. Университет стал победителем в конкурсе по созданию инжиниринговых центров. На полученные средства закупили новое оборудование для центра испытаний и экспертизы потребительских товаров, современные компьютеры, лицензионное программное обеспечение. Но больше всего в ВУЗе гордятся мини-прядельной цепочкой, состоящей из 3 машин – кардочесальной, ровничной и кольцевой. Таких вот машин в России, вот мини-оборудования такого больше нет, насколько мне известно. Такое оборудование, оно уже нормальное, в большом размере есть на предприятиях, но для того, чтобы проводить исследования маленькие, вот для возможности формирования пряжи со специальными свойствами, вот это вот оборудование, оно уникальное. Есть в инжиниринговом центре и трикотажная плоская вязальная машина для производства трикотажных полотен и готовых изделий. Также имеется автомат для выработки носков с разным рисунком разных цветов и размеров. Кроме того, российское представительство всемирно известной компании Epson вместе с ивановской компанией Danco предоставили ВУЗу 2 современных принтера для печати на ткани. Подобное оборудование установлено на современных предприятиях, что позволяет студентам быть в курсе новых разработок. Чтобы они пришли, и оборудование было для них уже знакомо, то есть ничего нового, и чтобы они сразу включались уже в полноценную работу на производстве. Чтобы у студентов была возможность практиковаться параллельно с учебным процессом, часть оборудования инжинирингового центра установили на предприятии «Ультрастаб» в Тейковском районе, где производят тканы, геотекстиль из полиэфирных волокон. По заказу вуза в Чебоксарах создали 2 уникальных ткацких бесченочных станка. Главное их достоинство – ширина выпускаемой ткани – более 5 метров. Планируя вырабатывать на ткацких станках как раз продукцию, связанную с такими полиэфирными волокнами, как раз рассчитывали на то, что совместно нам удастся на отечественном оборудовании вырабатывать продукцию с такой же производителем, с таким же качеством, как и на немецких станках Дорнье. Взаимодействие с предприятиями дает понимание, в каком направлении необходимо двигаться, чтобы молодые специалисты были востребованы на рынке труда. Для успешных производителей текстильной продукции важно, чтобы постоянно обновлялся дизайн изделий. Студенты обладают определенным вкусом. Они не просто рисуют какой-то рисунок, они создают композицию. То есть сейчас, например, на рынке очень важна там, так называемая коллекционность. Да? Не каждые там, несколько разрозненных рисунков, а это обустройство комнаты. Комнаты, кухни, да, и вот студенты, у них сейчас есть полное видение, как это сделать, организовать. Кафедра текстильного дизайна – визитная карточка политеха. Здесь готовят художников-текстильщиков и художников-модельеров. Эти специалисты без работы не остаются точно. Сейчас востребованы художники текстильного рисунка, модельеры востребованы там, где делают ткани для костюма, да, просто они специально даже берут наших выпускников, а кто-то реально занимается костюмом, то есть без работы или там другую специальность очень-очень редко кто-то приобретает потом. Защита дипломных работ организуется как яркое событие. С 1999 года Государственную аттестационную комиссию возглавляет действительный член Российской академии художеств Вячеслав Зайцев. Кафедра неоднократно получала звание лучшей школы дизайна и моды России.
Что неудивительно, ведь выход в профессию предваряет большая, кропотливая работа. Есть в учебной программе предмет, обязательный для всех – основы композиции. В течение года студенты рисуют животных и цветы, учатся изображать человека и занимаются стилизацией. Большое внимание уделяется таким базовым предметам, как декоративная и пластическая живопись, рисунок. Самое главное, конечно, это научить думать. И научить работать руками и головой, естественно, одновременно. Потому что сейчас это и важно, и ценно. И человек, который не может что-то сам придумать, сам мыслить, он ничего и создать не сможет. Все условия для качественной подготовки есть. Мастерские рисунка, живописи, спецкомпозиции, проектирование тканей и костюма, архитектоники и выполнение проекта в материале. Было бы вдохновение для творчества. Здесь исходной точкой была птица, страус, да, и получилась вот такая вот образная вещь, некая такая шубка. То есть источник вдохновения великое множество. Многие интерьеры Академии оформлены руками студентов по проектам преподавателей кафедры. Ювента – особое творческое пространство, где регулярно проходят выставки и презентации. Эта экспозиция, посвященная архитектонике, своего рода отчет студентов за первый семестр учебы на первом курсе. Обычно открытие выставки – большой праздник, который проходит шумно и весело. Но в 2018 году выставка открылась по печальному поводу. Не стала заведующей кафедрой Натальи Григорьевны Мизон, благодаря которой вуз стал известен не только в стране, но и за ее пределами. Мы вспоминаем нашу заведующую Наталью Григорьевну, и вот хочется как бы посвятить ей, потому что ни одна выставка архитектоники не открывалась без нее. И это всегда была такая живинка, это была всегда такая непосредственность и артистизм, и студенты зажигались. Гордятся в вузе и кафедрой конструирования швейных изделий, где к проектированию востребованной одежды относится как к искусству. Задача кафедры – научить студентов создавать одежду разного назначения, начиная от бытовой и заканчивая специальной, которую эксплуатируют в сложных условиях. Начинаем, конечно, мы наше образование с фигуры, потому что человеческая фигура – это основа основ конструирования. Если не знать человеческую фигуру, ее сильные стороны или слабые стороны, которые, к сожалению, меняются в зависимости от возраста, то работа конструктора будет неудачной. Кроме того, мы еще учим нашим студентам конструировать одежду на людей, которых они не видят. А еще на кафедре конструирования швейных изделий занимаются исторической реконструкцией костюмов. Здесь даже создан музей одежды, который носили женщины Иваново-Вознесенска. Это бархатное платье – предмет особой гордости. Позволить такой костюм могла далеко не каждая. Очень хорошо декорированный, видите, стеклярусом. Так, и вот такими очень интересными помпончиками. Но это платье было прогулочное, и в нем женщины Иваново-Вознесенска ходили по булыжным мостовым. И для того, чтобы преодолевать препятствия в виде луж, например, и какой-то грязи, вот это платье имело специальный такой вот захват, с помощью которого женщина приподнимала вот этот подол, очень изящно перешагивала эту лужу, а потом продолжала свое путешествие. Именно так выглядело прогулочное платье богатой особы на рубеже 19-20 веков. Прогулочный костюм до мельчайших подробностей воссоздан студентами кафедры конструирования швейных изделий. Реализовать на практике любой свой замысел можно в дизайн-студии. Здесь занимаются не только студенты кафедры конструирования швейных изделий, но и ребята кафедры текстильного дизайна. Название студии говорит само за себя. Это творческое пространство, где студенты могут реализовать свои идеи от эскиза до реальной модели одежды. Здесь есть все условия. Здесь есть раскройный стол, здесь очень хорошая аудитория для индивидуальной работы, здесь замечательные швейные машины. И практически бывают периоды, когда эта лаборатория открыта с 8 утра до 20 часов. Представляете, то есть студенты приходят сюда, чувствуют себя как дома. Кафедра архитектуры и дизайна существует с 1981 года. За это время технологии ушли далеко вперед. В политехе оборудована современная макетная мастерская при Центре молодежного инновационного творчества. Здесь есть все условия для создания красочного наглядного макета. На нашем лазерном станке можно резать дерево, пластик, значит, создавать разные формы. На 3D-принтере можно печатать не только фасады зданий, не только какие-то детали маленькие, да, но и распечатывать интерьер.
И проект, да, превращается уже из обычного макета, да, в наглядное пособие. Задача педагогов – научить ребят общаться с этой техникой на «ты», чтобы макеты получились максимально наглядными, детальными. Все представленные работы – участники различных программ, в том числе формирование комфортной городской среды в Иванове. Студенты внесли предложение, как можно было бы облагородить площадь Ленина, Шереметьевский проспект и другие уголки города. Отчасти реализовано благоустройство уже до вокзала. Это с участием студентов Политехнического университета начнут реализовывать Вичуги, центральное вот это пространство рядом с вокзалом. Ну и в Кинешме также площадь Революции будет разрабатываться по проектам наших студентов. В этой студии студенты-архитекторы учатся живописи, академическому рисунку, скульптуре, пластике и графике. Обучение начинается от простого к сложному. Студенты рисуют и пишут натюрморты, штудируют гипс и изучают пластичную анатомию человека. Кроме того, весной и осенью проходят пленэры. Рисуют городскую среду, городские пейзажи, архитектуру, памятники архитектуры, чтобы уметь в каком-то материале, в технике это подать, чтобы было понятно и им, и зрителям, и заказчикам. Практические занятия лучше всего проводить прямо на объекте. На этот раз на стройплощадку пришли студенты 4-го курса специальности экспертизы и управления недвижимостью. Подобная экскурсия – это не только знакомство с объектом и получение новых знаний, но и возможность больше узнать о будущей работе, поговорить с работодателями о прохождении практики, задать вопросы, связанные с трудоустройством. Мне важно объяснить им технологию строительства и понятно, что правила техники безопасности, и особенно уделить внимание на технические особенности монтажа каждого конструктивного элемента объекта недвижимости, потому что это их как раз специальность. Они должны будут эксплуатировать и содержать эти объекты недвижимости в надежном состоянии. На сегодняшний день в составе Политеха есть уникальное структурное подразделение – Институт непрерывного профессионального образования, которое создано на базе лицея строительного профиля. По окончанию ребята получают среднее образование и могут перейти уже на вторую ступень, получить диплом бакалавра. Те ребята, которые захотят связать свою жизнь с наукой, те студенты, для них осуществляется подготовка по направлениям магистратуры и аспирантуры. Институт непрерывного профессионального образования готовит специалистов по самым востребованным профессиям, таким как художник-оформитель, строитель, оператор швейного оборудования, техник в области автомобильных дорог. Еще одна популярная профессия – автомеханик. Любому механизму требуется надлежащий уход. Осуществить его могут только хорошо обученные и квалифицированные рабочие. Программное обучение жестяным работам, компьютерная диагностика авто для выявления причин неисправностей, ремонт и шиномонтажные работы с балансировкой колес. В нашем современном мире автомобили совершенствуются с каждым днем. И все более усложняется, более сложные агрегаты на них ставят. Поэтому автомеханик – это многопрофильная профессия. Еще одна профессия, которой можно овладеть в стенах Института непрерывного профессионального образования – сварщик. Металл применяется повсеместно в быту, промышленности, строительстве. Поэтому сварщики, соединяющие металлические детали сложной конструкции, будут востребованы всегда. Мальчишки, говорит, как-то успешно у него придевает, с удовольствием идут на сварщика. И сварщиков просто, как говорится, нет проблем, чтобы они были недоустроены. Престиж вуза – это не только первоклассные преподаватели, но также издания. Более 60 лет в Политехе издают журнал «Технологии текстильной промышленности» из серии «Известия высших учебных заведений». В состав редколлегии входят представители крупнейших текстильных вузов России и стран СНГ. 6 раз в год журнал печатает статьи и обзоры, рассказывает о передовом отечественном и зарубежном опыте. Издания полностью переводят на английский язык и распространяют в США, Франции, Германии, Китае, Монголии. Существует так называемый базы данных, наукоемкие базы данных. Это, значит, Scopus, так называемый, и Web of Science. Вот. Эти публикации в журналах, имеющие этот статус, чрезвычайно высоко ценятся даже и за рубежом. Вот. И вот такой журнал существует на базе нашего университета. И естественно, что даже те, кто здесь публикуются, люди с высокими званиями профессоров, докторов наук, академики, они для себя считают большой честью представить статьи для публикации в этом журнале. Почти 20 лет в Политехе проходит ежегодная научно-техническая конференция «Молодые ученые. Развитие национальной технологической инициативы. Поиск-2018». Мероприятие межвузовское, но с международным участием. Эта конференция традиционная для Политехи.
Наукотеха, конференция «Поиск». Буквально какое-то количество лет назад она расширила свои горизонты, и сегодня устремление молодых ученых направлено на решение тех вызовов, тех задач, которые нам диктует национальная технологическая инициатива. И география этой конференции, и количество участников, и качество тех научных докладов, которые представляют ребята на секциях конференции, безусловно, заслуживают того, чтобы стать проектом или проектами, совокупностью проектов для достижения стратегически важной задачи развития, социально-экономического развития страны. За долгие годы сформировался круг постоянных участников, а сама конференция приобрела мультидисциплинарный характер благодаря работе 14 секций. Важно, что наиболее значимые студенческие работы имеют возможность участвовать в конкурсе грантов. Ежегодная традиция политеха – проводить день открытых дверей, чтобы все желающие смогли соприкоснуться с будущей студенческой жизнью. Здесь можно увидеть презентации кафедры направлений подготовки, чтобы каждый абитуриент смог определиться, кем именно он хочет стать в будущем – архитектором, модельером, дизайнером или, может быть, строителем. В ВУЗе с гордостью говорят, что политех занимает первое место в рейтинге по трудоустройству.